Если бы это был Новый год, пришла бы Снегурочка. Но нет, это не Новый год, это пятница, первая пятница сентября. И Маша новая с поздравлением от тебя. Ты здесь. Спасибо огромное в этом месте. Обычно у нас аплодисменты. Ура! Но не сегодня. Я вот так Николай сделал. В общем, друзья, всем привет, я очень рада. Да, прошу прощения за свой немножечко, может быть, еще болезненный голос, но я уверена, сегодня будет у нас очень яркий, очень откровенный, очень такой, знаешь, живой и настоящий эфир, потому что сегодня у нас потрясающий гость, и наши вечера на стране продолжаются. Это круто. Итак, прошу любить и жаловать актрису, режиссера, стендап-комика, победительницу шоу «Открытый микрофон» на ТНТ и резидента проекта «Стендап» Елена Новикова! Лена, здравствуй! И вот так вот, Лена, раздвигает эту купейную дверь. Очень приятно. А за мной можно вот так, а то я весь в пудре. Господи, прошу, какие же прошу. Ребята. Елена, я позволю себе, я видел, как вы шушукались, а как будет представлять, а как же все-таки что сказать. Мне понравилось, как написано в Инстаграме. Я возьму на себя смелость. Я, Елена Новикова, человек, мать. Комик, актриса и тот, кто реально тут есть. И вы сегодня реально ты. Мы все на ты. И ты реально тут есть. А я хочу сразу, Елена, зайти к вам с такой стороны, что мне очень приятно, что сегодня у нас в что ты сегодня у нас в гостях. Да. Мою маму тоже зовут Елена Новикова. Все началось, как моя мама. Все, вот это поэтому же с какой-то такой добротой и теплотой. Я ждала твоего прихода, честно. Спасибо большое. Я тоже очень рада. У вас очень красивая студия. Она не наша, мы также здесь по найму. Это не ваша студия? Это наша студия. Михаил шутит. Это его шуточка, у нас же веселый эфир. Кстати, мы всегда вечером говорим о юморе. Неспроста. Сегодня у нас каждый в гостях. Практически. Каждый будний день, да, пытаемся каждый вечер. И, кстати, много из своих подопечных из стендапа Циммермана уже ребят были у нас здесь. Да? Они рассказывали, нет? Нет, не рассказывали. Ну ничего, потом расскажут, я думаю. Ну правда, очень многие. Почему они скрывали, непонятно. Я не знаю. Ты знаешь, Елена, они когда приходили, вот каждый рассказывал, что они... Я просто готовился к интервью, у меня есть такая привычка. Что именно они основали Циммерман. Вот это вот. А потом сегодня я открываю, когда готовлюсь. Оказывается, это ты все это и придумала. Ну нет, мы все вместе на самом деле. Они все правы, когда говорят мы, потому что не я. Нет, они говорят я. Я, да? А нет, из всего я складывается мы. Ну я так не скажу, пускай мальчики же приходили. Мальчики, ну пожалуйста, ради бога. Все основали мальчики, как известно. Да, девочка просто мать. Ой, а мне нравится вот эта позиция. Это позиция сильной женщины. Да. Вот так. Мне есть то, чего поучиться. Поздравляю тебя. Спасибо. Традиционный вопрос, который мы всегда начинаем. Да. Это Маша какой? Да, Лен, поделись, пожалуйста, каким-нибудь секретом или лайфхаком, как научиться относиться к жизни с юмором. Вот у тебя есть какой-нибудь такой секретик? Ты просыпаешься с утра и... Я просыпаюсь с утра и вспоминаю, какая у меня миссия каждый раз. Кто я? Что я? Мне по-прежнему хочется петь в окно какую-нибудь песню. Но я вспоминаю, что я мать двоих детей, у меня есть собака, муж, квартира, проекты. И мне нужно всех накормить, любить, куда-то бежать, отдавать кредиты, выплачивать ипотеку и прочие разные вещи. И на самом деле у меня такая появилась позиция. Почему я кричу? Почему у вас в студии все кричат? Надо легче же. Проще, конечно. На самом деле у меня такая появилась позиция, наверное, последние лет 10, что если проблема появляется в твоей жизни, пусть она просто будет. Но появился и появился, просто включи в картину мира, и все, а запариваться совершенно не нужно. Такая мозаика проблем жизни, да, получается. Их чем даже больше, тем лучше. Просто рассматривай их, и все. Лена, действительно, было героическое перечисление всей деятельности, и кредиты, и квартиры. Да. Чем занимаются сожители дома тогда? Дети? Нет, я хотела про мужа спросить, почему кредит? Разве это не мужская обязанность выплачивать? Мы вместе все делаем, конечно, выплачиваем все вместе. Да. Ну, когда я просыпаюсь, я же думаю про себя, а не про мужа, правильно? У меня же тоже... А вы думаете, что женщина делегирует все свои обязанности мужу? А вот, кстати, некоторые так и делают, абсолютно. Да, некоторые обстраняют. Но мы не такие. Это другие женщины. Да, мы не такие. Как ты, Маша, это, как ты, Маша. Вот такие женщины, как ты, у них, мне кажется, таких нет проблем и не будет. А есть такие женщины, как я и Михаил. Вот и я как раз есть. Такая женщина, как вы. Друзья мои, разные женщины. Вот, но мне нравится, что я создаю впечатление другой женщины. Свои женщины и другая женщина. Мария возвращаемся сейчас после песни. Погнали, поехали. Один на всю страну. Юху, человек, друзья, продолжаем. Мать! Комик, актриса, и реально тут, и это не про меня, и это не про Машу, это про Елену Новикову. Привет еще раз. Привет. И всем привет, кто нас слышит, где-то вот видит, вот мы здесь. Но изначально я хочу немножечко подальше копнуть. Копаем. Но не с детства. Не поглубже, а подальше. Подальше, да не поглубже. Подальше. Все-таки актриса, актерская профессия, началось все с этого, правильно? Ну, диплом у меня актерский, больше никакого другого нет. А как пришла в стендап? Вот это самое интересное. Как давно вообще началась вот эта история? Как давно?
равно ты поняла, что в тебе очень много юмора, и что им нужно делиться с остальными. Я не знаю, как рассказать эту историю так популярно, чтобы она была понятна всем, потому что внутри нее... Ориентируйтесь лежит... на меня, вот если я пойму, значит все поймут. Распитывать людей совсем, да? Так. Вот смотрите, в какой-то момент мне надоело быть актрисой, понимаете? Вот так бывает. Ты выходишь, ну, подожди, не да. было работы? Или, ну, как может это актерская работа надоесть? Я работала в театре имени Пушкина, наверное, около 12 лет. Я там переиграла все. И в какой-то момент я поняла, что я занята 30 дней в месяц. А на новогодние праздники еще и по 3 раза играю «Аленькие цветочки», а вечером Шекспира, понимаете? Да. И у меня был очень смешной случай. Давайте лучше смешной случай. Да, пожалуйста. Да, как я ушла из театра. Встали, вышли и закрыли дверь. Абсолютно, да, абсолютно. Примерно так. Пошла просто как бы задним ходом к заднему выходу. Короче, мы играли 1 января спектакль, который назывался «Ромео и Джульетта». Я играла мать Джульетты. И там есть момент, а это школьники, это 1 января, это 12 часов дня, понимаете? А мы-то ставили не школьный спектакль, мы-то серьезные артисты. Мы-то плачем над телом убитого племянника Тибальта и кричим, и заламываем руки, и прочие вещи. А декорация этого спектакля, она сделана так, что все открыто. Пожарная лестница, весь занавес, нету декораций. Только посредине стоят одни большие ворота. И, допустим, пройти из одной кулисы в другую кому-то из работников театра можно, когда ворота закрыты. Понятно. Так вот, а ворота открывают студенты, которые были, пардон, пьяны 1 января в 12 часов дня. И они забыли закрыть ворота. А бухгалтерия в час захотела обедать. А я в этот момент убиваюсь над телом убитого Тибальта. Так. И бухгалтерия ждала, когда же им можно пройти через закрытые ворота, не дождалась. И получилась похоронная процессия. Они просто пошли по стеночке, как бы показывая, мы тихонечко сейчас, типа нас не видно. И представьте, с одной стороны сидят школьники, которым, ну, грубо говоря, пофиг, что происходит сейчас на сцене. У них из Ашана подарочные... эти всякие конфеты о них, да, они бросают в кого-то там жвачками, фантиками, шуршат. Полное неуважение. Да. С другой стороны, у меня идет бухгалтерия в количестве 12 человек, которых нет в пьесе Шекспира «Ромео и Джульетта». А, и здесь я лежу над телом человека, который притворяется мертвым и угорает, потому что ему смешно, он лежит спиной к публике, его не видно. А я должна быть честной и делать вид, что мне грустно и так далее. Я дождалась, когда занавес закроется. У меня был просто шок. Я не знаю, как это объяснить. Я пошла в свою гримерную, взяла чистый лист А4, написала, что я ухожу из театра, потому что я не верю больше в предлагаемые обстоятельства. Не верю больше в предлагаемые обстоятельства. Я подумал над этой фразой. Сразу я не понял. Я-то понимаю, о чем идет речь, а Миша, мне кажется, не совсем понимает. По Станиславскому работа актера — это вера в предлагаемые обстоятельства. Если я верю в предлагаемые обстоятельства, век, год, кто я, что я, кого я играю, где я нахожусь, то я актриса. А вот как бы я потеряла эту веру и ушла из театра. Вот понимаете? Почему я ведущая. Я верю в прилагаемые обстоятельства. Скорее всего. И пока я не буду рушить твою веру, Михаил, спасибо. Мою иллюзию нарушили, понимаете? Поэтому на самом деле это не грустно, все абсолютно к лучшему, потому что после этого я пробовала быть режиссером. Мне это тоже не понравилось, потому что я не обслуживала себя, обслуживала каких-то других людей. Зачем мне другие люди, если я сама у себя любимая, правильно? Это интересно, кстати, когда из актерской профессии переходишь совершенно в другой жанр. Все сопутствующие были здесь как бы товары там, в виде того, что я там стала рожать детей и растолстела на там чуть ли не до 100 килограмм. Подожди, ну и тут пришло переосознание, наверняка, после рождения ребенка, не пришло, нет? Оно просто как бы надо было чем-то зарабатывать. В актерскую профессию мне не хотелось вернуться, а напротив, в центре Мирхольда, где я работала, ребята с ТНТ делали технические вечеринки проверочные, они там проверяли свои шутки. Мы однажды туда пришли, поняли, что нам это я и мои друзья, которые, в принципе, находились со мной в одной движухе, да? Просто пришли мимо, проходили, вот из этого разряда. Это напротив, кто хочет пойти на вечеринку? Не приглашал никто, просто говорит, а давай пойдем. Нет, увидели, объявили, супер, пойдем. Пришли, увидели, услышали шутки, увидели ребят, это было 5 лет или, наверное, 4 года назад, и все, мы решили заниматься стендапом. Вот так это все произошло. Это, кстати, когда только-только зарождался у нас, в принципе, в стране стендап, ну правильно? Ну, у нас он не так давно. К тому моменту уже 3 года занимались стендапом, и уже была программа, она только-только, там уже была, стендап на ТНТ. А мы видели, грубо говоря, мы приходили к ним на вечеринки, видели, как шутки еще не становились шутками, но они просто проверяли какие-то мысли, мы подумали, как это интересно, как это похоже на актерскую профессию. И, в общем, ты стоишь на сцене, и это актерский труд, потому что это все равно, это стендап от образа, это не только твоя вся личная жизнь. Этот человек, там, жена, этот еврей, этот толстый, этот... У каждого свои недостатки. Слушай, ну вот это, кстати, вообще отдельная тема. И очень интересно, актерский опыт помогает или мешает? Да-да-да, в стендапе. Начнем. Да, друзья, оставайтесь с нами дальше. Никуда не уходите. Один на всю страну.
1 на всю страну, наш вечерний дуэт, Маш Новая, Майк Войс, ну и, конечно же... Сегодня у нас трио, сегодня не да, дуэт. Согласен. Да, сегодня у нас Елена Новикова. Елена Новикова. А да. Вот, кстати, Елена, знаете, откуда появился мой псевдоним творческий? Новая? Нет. Да. От Новиковой. Серьезно? Все очень просто. Новая. Все очень просто. Добра. Это я. Так, секундочку, я тоже сделаю камин-аут. Это вот давай, мой давай. Псевдоним. Я сидел, выдумывал, как же лучше продать себя. Так, чтобы можно было... У меня английский язык, чтобы англоязычные мероприятия русской. И появился Майк Войс. У Маши все просто, просто фамилия Новикова. У меня фамилия не Войсов. Ну смотри, кстати, мы вот в прошлом выходе затронули очень-очень интересную тему. Как актерская профессия и вообще актерское образование, оно помогает в работе стендаперу, стендап-комику? Или нет? Ну как? Он же должен быть естественный. А когда ты играешь, это же как-то неестественно. Ты включаешь какой-то образ. Ну, нет, не обязательно образ. Образ — это то, на кого ты похожа. Вот, допустим, я режиссер, я возьму тебя сниматься в кино, да, и я не возьму тебя на роль матери, у которой трое детей, например, да, потому что, ну, ты все-таки как бы в разряде женщин, которые ищут отношения, да. Okay. И ты, возможно, у тебя в жизни трое детей, но выглядишь но ты выгляди, так. Но есть определенный типаж, есть определенный да. типаж, от которого как бы ты слушаешь такие тексты лучше, чем от другого. Лучше заходят. И я есть определенный типаж, мне 48 лет, у меня двое детей, я актриса немного такая, как бы, разгильдяй, и, как бы, вот такой вот я несу, как бы, такую правду. Возможно, я другая внутри, тонкая, нежная, плачу ночами и так я далее. Я не ошибся. Ну, да, да. Но я, как бы, не могу про это рассказывать, потому что это никому не будет интересно. Подожди, поэтому... Ну, а вот этот, прости, перебью тебя, вот этот сценический образ, ты реально такая в жизни или же все-таки другая? Я, конечно, такая в жизни, потому что это все истории жизни, естественно. Но нельзя же быть всегда одинаковым, мы же разные в жизни. Ты говоришь, в чем профессия помогает? В том, что я как бы застолбила за собой эту эмоцию. Мне кажется, сейчас такой будет очень закопанный разговор какой-то. Нет, интересно. Очень, это очень заумный, да? Ну, то есть, грубо говоря, я знаю, как это происходит у меня, да, когда со мной это происходит. Поэтому, когда я рассказываю стендап про это, я в себе это вызываю. Эту эмоцию, да, эту эмоцию, да. Но это наблюдение, ты себе это фиксируешь. Ну, невозможно же говорить 30 раз одно и то же. Да? Одинаково, правильно? Конечно, конечно. Возможно же, бесплатно. Ты же все время... Бесплатно. Хотел бы добавить я. А так-то можно. Вот какое важное замечание от меня, позволю себе такие слова. Ну-ка. Вот в этом и разница. Вот смотри, сколько к нам приходило стендаперов, у которых нет актерского прошлого, актерского образования. И они говорят, слушайте, да я просто про жизнь свою рассказываю. И они не могут переставить, то есть они не могут себя вставить в эти самые обстоятельства и в себе вызвать какую-то эмоцию, которая для них не является, ну вот, стопроцентной натуральной. Вот у нее есть какие-то, я не знаю, опорные точки в жизни. Там, ну, любые темы какие-то, там, отношения с противоположным полом, там, не знаю, про работу, про дом, там, что угодно. Вот они и шпарят по этим рельсам до нескончаемого будущего, пока эта тема сама себе не живет. Нельзя говорить, что плохо, что хорошо, вы понимаете, да, что стендап — это очень индивидуальная история. Очень индивидуальная. Может быть, и хорошо, что у них этого нет. Может быть, мне мешает, что у меня это есть, понимаете, иногда. Мне очень мешает то, что эти ребята просто выходят и лупят шутки, а у меня всегда вот есть ступор перед выступлениями, я все-таки ведь выступаю, я же должна показать какой-то результат, и это мне мешает. Как стендап-комику, в то время, когда они просто проверяют вот. Шутки. Более... Никого не хотят удивить. Тем более в конце просто... ждете просто... цветы. Лен, а как ты сама опишешь, вот, может быть, тремя словами свой образ, вот, к которому ты пришла и с которым ты выступаешь? Есть у него какое-нибудь описание? Ну, такая мать. Мать? Ну, не всякая мать такая, я тебе скажу. Все-таки такая мать. Циничная мать. С перчинкой. Мать. Да, вот, циничная, наверное, циничная. Мать, да. Это круто. А как дети, кстати, относятся к тому, что, ну, ты про них достаточно много шутишь? Ну, вначале у меня с сыном были небольшие, скажем так. Причем я ему рассказывала, я рассказываю про тебя, он говорит, да пофиг. Потом он услышал, что я про него рассказываю. Он говорит, блин, это очень обидно. Сколько это стоит? Обидно. Столько. Ну, пожалуйста. Ну, у нас очень монетизированные взаимоотношения. Дети же очень рациональные сейчас. Конечно. Нет, мой сын просто, я же... Это много раз рассказывала. Он вырос в театре, и ну, буквально вот ему был месяц, я уже играла в спектакле, и он просто был со мной в театре, грубо говоря, с младенчества. И он знает, что такое работа. И он знает, что у мамы такая работа, где она может говорить про него же, про свою семью и так далее. Он как бы это очень сильно разделяет. Он не воспринимает это как обидный текст про него. Да? Он воспринимает это как часть маминой работы, за которую она получает деньги, приносит их домой, оплачивает ему компьютер, ну, Wi-Fi и так далее. Да, и да,
младший ребенок или муж пытаются монетизироваться тоже, а пока Маша готовит нам конкурс? Муж у меня тоже актер, младшая дочка у меня тоже актриса, так что у нас в определенном смысле династия, и все считают просто деньги, кто что заработал, да, чтобы потом поехать. Лен, прости, но наш следующий конкурс никак не связан с деньгами. Я не участвую. Ты участвуешь, он связан с молодежью, но все-таки надо же все-таки быть с ними на одной волне. Говорить с ними одним языком. До 50. Ну нет, ну подожди, ну как раз про твоего сына, я думаю. Что вот это, да, он пользуется вообще какими-нибудь такими современными словечками, приносит домой какое-то странное слово, которое ты, ну, уже не до конца понимаешь этого значения. Я не понимаю половину из того, что он говорит. Мы сейчас это будем проверять. Прекрасно. В общем, с этим будет связан наш конкурс. Здесь всякие молодежные словца, назовем их так. Словца, да. Сейчас вытягиваешь. 30 секунд, да. И ты должна дать определение тому слову, которое ты вытянешь. Сколько? А потом это сделает Михаил. Могу даже придумать, или я в смысле знаю, не знаю? Нет, ну реальное, знаешь, не знаешь. Или я могу сказать, что я, допустим, не знаю. Время пошло, 3, 2, 1, поехали. Ну, предположи, вдруг ты знаешь все-таки. А что это? Сасный. Сасный. Давай, сасный. Как думаешь, что это такое? Я слышала это слово. Это уже радует. Да, я слышала это слово, но, наверное, это с чем-то связано с слащавым, не знаю, с чем-то приторным. Еще подумай. Если одну, ну, может быть, кстати. Вот если в этом слове не хватает одной буквы, я вам честно скажу. О, плохие слова вспоминаются мне. Нет. Сасный, ну это, короче, такой классный, прикольный, веселый. Вот сасный, да. К сожалению, 30 секунд вышло. Ну, окей. Окей, все, выбрасывай эту бумажку. Итак, Мишка, давай, тебе там что-нибудь посложнее. Вытяни, пожалуйста. Ты хочешь мне сейчас сказать, что я старый, да? Конечно. Тебе 30 исполнилось, все, уже некуда дальше. А, да это легкое слово. Время пошло, поехали, давай. Ну, у меня слово хайп. А, ну это просто. Ну, хайп это... Хайп, ну, поймать волну, стать популярным. Давай, выбрасывай, следующее. Следующее. Что, отгадал еще? Да, надо успеть 30. Байт, байтить. Слушай, это что-то с компьютером. Байт — это 8 бит, я знаю. Байт, байтить. Может быть, выкладывать что-то в соцсети, в сеть загружать, байтить. А может быть, да, про контент. Публиковать что-то. Связано, может быть, и с контентом. Может быть, отправлять что-то вот в сеть. Я тебе отправляю фотографии, музыку. Не совсем, нет. Голые мои. Что я отправляю тебе? Еще предположение. Я что-то сняли, мы отправили потом денег за что. Все, время ушло. Итак, байт и байти, друзья, это полностью скопированное слово или стиль. То есть ты с кого-то просто тупо тыришь. Украл. Стыбрил его какой-то серьезно? Стиль. То есть я могу, да, употреблять, байтить. Типа ты меня сбайтил, да? Сбайтил, да, вполне. Готовы? Поехали дальше. А ты не будешь? Нет, ну я же все это знаю. У меня тут расшифровки, я печатала. Время пошло, давай. LC или LC-сный, да? Или, нет, LS или LS-ный. LS или LS-ный. Ну, блин, ребят, я не знаю, что это такое. Предположи. LS, как это расшифровать? Личные сообщения. Ну, как ты думаешь, что это может быть вообще? Ну, личное, что-то очень личное. Так. Ну, это что-то может такое быть приватное, LS-ный. Нет, на самом деле отрицательное у него значение. Отрицательное? Да. Это значит не классный. Так! Лена, мне нравится твоя логика. Логика женская имеет место быть. Ну, не классный какой еще может быть он такой? Некрасивый, плохой, тупой. Вот, какой-то необученный, тупой, мне нравится. Она понимает, они вдвоем сидят, смотрят друг на друга, просто, ну, и как-то рождается слово, я не знаю, как это. Друзья, ЛС или, о, спасибо, ЛСный. Итак, Мишка, давай финальное слово, и потом продолжим. Ты специально. Нет, а кстати, это понравится. Личинус. Но это не я. Личинус. А как ты думаешь, Лен, что это такое? Ну, личинус — это детеныш человека, наверное, какой-нибудь. Молодец! Это маленький идеально, человечек. Абсолютно точно. Давай еще одно успеешь, 30 так, секунд. Так, давайте, друзья, секундочку. Личинус, маленький ребенок. Можешь своих детей лось называть личинусы. Лось это как лайк. Лось. Только лось. Молодец. Да ты все знаешь уже, давай. Не расскажи лось нам все. Итак. Кринж. Кринж? Там кринж есть такое там слово? Опечатка. А, нет, реально есть. Есть кринж. Да, да, да. Это что-то из новенького, кстати. Нет вариантов. Есть вариант? Это растение такое. Нет, нет, кринж. Ответвление бобовых. Кринж. Это негативное там такое. Там же на конце? Это, короче, же, да, же кринж — это, короче, отвращение. Вот вы смотрите ролик и испытываете полный кринж. Фу. Ну это американизм, в смысле, это английские слова. Да все заимствовано, господи. Конечно, ничего сами не придумали. Ничего святого, хочется сказать. Надо учить язык, немецкий учить. Друзья, сейчас мы немножечко пройдемся по языку, повторим, я так понимаю, да? А можно будет эти слова потом в стендапе использовать?
Конечно. Современную лексику. О, прикольно, да. Я тебе все тогда передам. Давай, давай, давай. Все, друзья, мы скоро продолжим. Никуда не уходи. Дорогие друзья, вот такая издевательская музычка напоследок. В сентябре, до свидания, лето. Привет, ноябрь. Скоро снежок, скоро пробки в Москве. Скоро все-все будет так, как вы соскучились уже. Бабье лето, Михаил. А бабье лето будет в ноябре. Вот мы бабоньки-то порадуемся. Наш пора настает. Елена Новикова, Маш, новая Майкос. Елена Новикова с нами по-прежнему в гостях. Это круто, Леночка. Вот сейчас уже практически финальный выход. Мы должны рассказать о том, где тебя можно увидеть, услышать в самое ближайшее время. По-прежнему в центре имени Мирхольда меня и мою команду, нашу команду, которая называется «Стендап Саммермана», можно увидеть по субботам в 9 часов вечера. Еще у нас 29 сентября будет большое шоу, которое называется «Большое шоу «Стендап Саммермана», где выступают 8 комиков «Стендапа Саммермана» с лучшими шутками, а в конце секретный и очень известный гость. Это все будет на площадке «Look and Room». В центре не бывает, ребята, это на выходе из Тверской, Пушкинской, Чеховской, здание «Известий». Выходите, и вот оно сразу здесь. Я не помню, какой там. Тверская, например, 19. Ну, придите по этому где-то адресу. Там. В общем, друзья, не пропустите. Ну, там будет очень много шуток, юмора. Это все проверенное уже стендап. Это проверенный стендап, свежак. Это best of the best. И самое главное, вот это секретный, известный и актуальный гость, правильно? Это не тот гость, вы, который был бы наставником. Друзья, мэр придет, новый мэр. Не скажу. Ну, кстати, раз уж мы заговорили про наставников. Ты прошла, ты победила в шоу «Открытый микрофон», правильно? Да, правильно. Расскажи, пожалуйста, как это было? Как вообще у тебя там, не знаю, сердце в пятки не ускакало? Я не ожидала, да, что я пройду, потому что я к себе очень критично относилась весь проект. Я вообще считаю, что я так мало занимаюсь, и ребята там многие прям по 10 лет уже в стендапе и на сцене, а я просто пришла как бы бым-бым, какие-то шуточки странные. Но тебя к себе Юлия Ахмедова забрала в команду. Да, ну да, вот, да. Кстати, много она дала тебе именно какого-то материала, основы? Чему ты у нее научилась? Да ничему нельзя научиться. Наставник, в принципе, мастер, он мастер, что я говорю. Короче, смотрите, чему я научилась у Юлии Ахмедовой? Я научилась верить в то, что я интересна, потому что у меня этой веры не было. Я научилась верить в то, что я смогу стать стендап-комиком и писать шутки, потому что это очень сложно. Самое сложное в стендапе – это писать шутки. Это самое-пресамое сложное. Да, не выступать. Это понятно, не выступать, конечно. А именно, основа, да, материал. Шутки, да. Да. Вот. А еще Юля, мне кажется, идет таким очень своим особым феминистическим путем, несмотря ни на какую критику, несмотря ни на какие, скажем так, предвзятое отношение к женскому, в принципе, юмору. И я считаю, что у нее очень мужской склад ума. И в этом смысле мне, ну, как бы, она как пример того, что может делать женщина на сцене, на стендапе, в стендапе, мне она очень вдохновляет. А ты сама как считаешь, есть мужской юмор и женский? Вот нет, эти понятия? Считаю, или, нет. В принципе, я есть вообще один юмор? Вот после, грубо говоря, 40 лет отказалась вообще принимать, что такое мужское и женское. Мы не тела, мы души. Ну, то есть я не считаю, что женщина должна делать так, а мужчина эдак, что есть какое-то разделение обязанностей. А темы, подожди, а в темах разве нет какого-то? Нет. То есть ты можешь пошутить абсолютно на любую тему, но которая подходит для твоего образа. Которую я знаю, на то, что я пережила. Стендап — это что? Это боль, это рефлексия моя. Если я знаю... Стендап — это боль, я запомню обязательно. Да. Я могу шутить только про то, что я на самом деле знаю, что я прочувствовала, что у меня уже отболело, а теперь можно над этим поржать. А какие планы? Есть ли грандиозные планы? Кстати, мне кажется, хорошая книга была бы. Стендап — это боль. Да сколько уже раз это было? Да есть уже такая книга. На самом деле, помните, наверняка такая книга есть. Друзья, у меня есть тоже книга, и она про боль. О, поехали. У нас есть блиц. Не думаем, ну ровно как мы общались. Что за блиц? Что за блиц? Блиц — это быстро отвечать. Летят вопросы, летят от вас ответы. Кто их придумал? Для меня самое важное в жизни. Это? Дети. Идти по жизни с юмором — это? Ржать над собой. Круто. Если бы сейчас был 2018 год, что бы ты делала? 2018? Да. 2018 год, давно я там. Была бы ведьмой, меня бы сразу... А 2018? 2018? О, у меня был бы свой звездолет. Если бы не юмор, я бы сейчас... Спала. Елена Новикова. Елена Новикова, спасибо огромное. Спала бы, если бы не была бы. Режиссер, стендап-комик всего самого лучшего и больших побед. Спасибо. Ура! Спасибо. Спасибо. Ничего себе удар. Волейбол не играли? Нормально?